Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 12 апреля. Преподобный Акакий Новый. Принял пострижение в Свято-Троицкой обители святого Дионисия Олимпийского. В Загорах. Удалившись на святую гору Афон, преподобный по совету своего духовника отца Галактиона поселился в скиту святого Максима Ковсоколивского, который многократно являлся подвижнику. Подвиги преподобного Акакия были чрезвычайно суровы. Вместо хлеба он ел сушеные травы, смешанные с толченым мрамором. На вопрос, сколько должен спать монах, преподобный отвечал, что для истинного монаха достаточно и получаса. И сам, несмотря на старость и болезни, показывал в этом пример. О смирении преподобного говорит следующий случай. Однажды, когда преподобный Акакий пришел в воскресенье в скитскую церковь, проигумен Неагрит передал ему свою трость и сказал: «Возьми, отец, жезл и будь вождем здешней братии». Поцеловав руку проигумена, преподобный Акакий принял жезл безо всякого прикословия. Но чтобы смирить свой помысел, он с того времени никогда не только не брал настоятельского жезла в свои руки, но и собственный обычный в старости посох совершенно оставил. За высокие подвиги преподобный Акакий удостоился дара непрестанной умной молитвы и божественных откровений. Он отошел ко Господу, 12 апреля 1730 года, достигнув почти 100-летнего возраста. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.